Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Прекрасная актриса Айча Айшан Туран удивила всех нас. Красивая актриса пережила расставание за короткое время, потому что мы считаем, что красивой актрисе изменили, и она сразу же забыла своего парня, потому что ей изменили. Красавица-актриса никак не могла пережить расставание, потому что собиралась выйти замуж и готовилась к свадьбе, она была очень эмоциональна, но расставание стало для нее большой неожиданностью, она ничего от него не ждала. Любовник и она сама. Таким образом, красавица-актриса официально разочаровалась. Красавица-актриса получила большую поддержку от своей семьи после расставания, и поэтому семья красавицы-актрисы помогла красавице-актрисе забыть своего парня. Красивый актер начинает новую драму, поэтому его жизнь очень занята, и у него ничего нет в личной жизни, на самом деле, красивый актер разделяет ту же судьбу со своей бывшей девушкой и очень занят из-за драмы, которую он играет. Его сняли на видео, однако новость об имени красавицы-актрисы удивила нас на днях. Мурат Босс, чье имя упоминалось вместе с Тубой Бюйкустюн, теперь напоминает свое имя с красивой актрисой Айчей Айшан Туран. Красавица-актриса тут же забыла боль разлуки и обратилась к новой любви, а красавица-актриса, у которой накануне было интервью, спросила в интервью ее любовный статус. Красавец-актер не отрицал своей любви к Мурату Боззу, а красавец-актер Алп Навруз сделал заявление по этому поводу, и высказывания красавца-актера таковы: «Я не могу говорить о закончившихся отношениях. Бывший будет доволен. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.